турецкого боевика Альпарслана Чилика, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота, сбитого Су-24, суд в Измире арестовал по статье, не связанной с этим делом, за нарушение закона об оружии. Чилик и еще 6 человек были задержаны на прошлой неделе в кафе. У них изъяли незарегистрированные автоматы Калашникова, пистолеты и большое количество патронов. Что касается убийства нашего летчика, прокурор в суде ограничился просьбой прокомментировать запись со стрельбой по спускавшемуся на парашюте пилоту. Боевик на это ответил, что предупреждал своих людей не открывать огонь. Все это в корне противоречит прежним заявлениям Чилика, который ранее буквально хвастал перед камерами, что сам стрелял по пилоту Су-24 после его катапультирования.